Всем привет! Снова здравствуйте! Давайте дальше разбираться с ZBrush и пройдемся по Z-модельеру. Какую-нибудь деталь сделаем, чтобы понять принцип, хотя бы как работать с ним. И модель эту можно будет сделать, конечно, из тулов, вычитаниями, резкой, какими-то вытягиваниями. В принципе, тоже проблемы никакой не будет, но здесь все-таки как-то будет удобней. Давайте откроем цилиндр, вытянем его, поставим Edit и зайдем в Initialize. Уберем VDivide совсем, а здесь поставим, давайте, 8. Вот такая заготовка у нас получилась. Ставим Make Polymesh. Так, и будем теперь изучать возможности Z-Modelier. Давайте откроем Z-Modelier в кистях. Вот вы видите, что когда наводите курсор, выделяется вот площадь, грань, ребра. Вот с этим делом работать и будем. Так, уменьшим заготовку. И теперь выделим вот эту грань. Наведем на нее курсор, включим пробел, будем работать с QMesh. А на ребрах будем работать с Insert. Так что вот наводим на грань, жмем, наводим на площадь, жмем Flat Border. И давайте все это дело вытянем. Вот такая штука у нас получается. Жмем Ctrl-W, если надо нам другую, одну полигруппу. Вы видите, что вот появилось разделение. Как ее можно убрать? Жмем пробел, и в этом поможет нам вот это окно. Жмем Delete, Edge Loop Complete, и вот так его уберем. Так, все это понятно. Как теперь их добавить? Жмем опять же на ребро, ставим Insert, и вот так вот на ребра добавляем, просто нажимаем и добавляем. Также можно это дело все вот добавить, удерживать левую кнопку мыши, вы видите, вводить как нам надо. Давайте вот так вот поставим и пойдем теперь дальше изучать. Если вы на нижнюю наведете, то вы добавляете вот вертикальные грани, вы видите, вот так вот. Так, выровняем, подведем поближе и посмотрим, какую деталь простенькую давайте сделаем. Нажмем опять же на площадь, жмем пробел, жмем полилуп. И у нас появляется вот желтая такая полоса. Ее ведешь влево, она появляется тут. Я покажу поближе. Вот она есть, и вот она. И как бы вы ее не водили, вот она вот так вот появляется. Вот теперь мы берем ее, вводим в бок, удерживаем левую кнопку мыши и вот так вот уменьшаем. Можем прибавить. Давайте прибавим. Вот такая заготовочка у нас получилась. В принципе, если делать в тулах, можно сделать цилиндр, а здесь цилиндр просто подогнать, и будет, в принципе, то же самое. Ну, так попроще, меньше движений. Так, теперь давайте добавим еще несколько вот этих ребер. Ну, допустим, вот так вот добавим. И теперь с помощью, опять же, полилуп давайте все это уведем. Вот так получается мягко все. Но можно сделать и по-другому. Допустим, мы добавим еще вот сюда одну часть. Мы можем ее увести, можем прибавить. Опять же, удерживая левую кнопку мыши. Давайте мы ее тоже вглубь уведем. И как теперь сделать вот такую же штуку нам вот здесь? Можем добавить сюда тоже вот эту полосу и вот так вот вытянуть.
именно вот от нее. Вот получается вот такая штука. Как ее можно сделать еще? Можно использовать bevel. И в принципе сделать то же самое. Так, вернемся к инсерту. Вот такая у нас получилась заготовка. Добавим еще, наверное, вот такие штуки. И вот так вот уведем в бок. Вот такой может получиться прикольная деталь. Также можем сделать вот эту часть. Можем сделать вот такую крышку. И можем также, уведя в бок вот эту часть, вот такую ее сделать снизу. Добавим теперь опять эту грань. И попробуем теперь тянуть. Вот мы ее вытягиваем. Давайте разобьем ее теперь на несколько частей. Вот так вот. Прибавим. Следующую часть сделаем мягче. Следующую часть попробуем тоже вот так вот смягчить. А эту часть попробуем увести. Вот эту сейчас попробуем чуть-чуть еще разбить. Добавим еще одну грань. И попробуем еще поработать с Weevil, вот это, Stitch. Можно вот такую вот штуку замутить. Ну, на меч, может быть, пойдет, на изголовье, там, на нижнюю часть. А можно ее вот так вот сделать. Теперь делаем Ctrl-W. Смотрим, что у нас тут получилось. Жмем пробел, жмем Delete. И попробуем вот это все ненужное нам удалить. Сделаем одну часть. И попробуем теперь все это дело повытягивать. Вот такой вот получается у нас конус. Мы его можем разбить еще тут и подтянуть больше. Давайте попробуем все это дело вытянуть. Так, insert. Polyloop. Вот можно сделать вот такой вот конус. Так, теперь можно добавить еще частей. И все это еще подкорректировать. Вот таким вот образом. Или, допустим, увести вот эту часть вглубь или выпустить еще больше. Вот так вот сделать, мягче ее. Вот так. И эту часть сделать мягче. Вот такая штука может получиться на меч. Ручка. В принципе, ничего сложного. Так, что еще можно сделать? Если мы вот здесь вот вытянем это дело пробелом, опять flat border, вот так вот, то можем здесь еще добавить, ну, допустим, граней. Вот так вот.
И попробуем теперь ее вытянуть Flat Island. Вот таким образом можно ее вытягивать. Вот так. Уже получается вообще прикольная ручка. Если здесь еще добавить, допустим, грани, вот так вот, и попробовать их еще вот так вот вытянуть, то можно вообще сделать классную штуку. Но можно еще, если мы уберем вот эти части, опять же с помощью Delete, вот так, вот сделать вот такую вот штукенцию, более-менее такая, ну, что ли, мягче она. Так, вот эти, смотрите, чтоб ровные были, симметричные. И опять же можно это все дело продолжить. Вот так мы это все дело делаем. Назначить можно также полигруппу. Жмете пробел, жмете полигрупп и жмете вот так вот на ребро. Все, мы теперь сможем работать вот с этой полигруппой, а эту не трогать. Назначаем одну полигруппу. Смотрим, что у нас тут есть. Опять же, можно ее разбить. Insert. И вот эти части можно сюда экстрадировать. Так. Flat Island. Вот так вот. И уже будет держак совсем другой. Вот такая штука получается. Чуть-чуть я больше вытянул, поэтому следите за симметрией. Так, Ctrl-W. И теперь давайте попробуем все это дело, как вытягивается. Жмем, так, полигрупп. И вот так вот можно эти полигруппы выдвигать. Вот, уводить. Как-то их тут приподнимать. Какие-то части можно вот эти опять же удалять. Вот так вот. Уже будет, вы видите, еще прикольней. Так. Полигрупп Flat. Вот вы видите, что выделяются полигруппы. И с ними теперь можно работать тоже. Опять же ставим полилуп. И вот так вот можем их отдельно уже вытягивать как-то. Вот таким образом. Так. Что еще можно сделать? С помощью Island. Выбираем. И можем делать вот такие вещи прикольные. Вот такая возможность есть у Z-модельера. И Mesh, Flat Island, Border, Polygroup, Polyloop, Polyloop Island и так далее. Работайте, если кому-то это
пригодится. Буду рад. Все, всем до свидания, пока.